Друзья, отличная новость. Windows 10 тоже будет поддерживать технологию Direct Storage для быстрой загрузки игр. А теперь, внимание, давайте прочитаем про эту технологию. Я уверен, что она вам очень понравится. Компания Microsoft подтвердила, что ее технология Direct Storage, повышающая скорость загрузки в игры, будет поддерживаться не только новой операционной системой Windows 11, но также актуальной Windows 10. Изначально вместе с анонсом Windows 11 компания заявила, что Direct Storage будет работать только с новой операционной системой. А теперь внимание, что же это такое? Direct Storage – программный алгоритм работы с памятью, который позволяет графическому процессору обращаться к игровым ресурсам в обход центрального процессора. Сейчас она эксклюзивно используется в новых приставках Xbox Series X и Series S, но позже перекочует и на Windows. Разработчики заявляют, что технология позволит избавиться от долгих загрузок игровых карт, а также создать бесшовные игровые миры без назойливых подзагрузок. Единственным узким местом реализации Direct Storage на Windows 11 будет более старые блоки управления памятью. Набор драйвера, позволяющий приложениям и самой операционной системе взаимодействовать с использующимися в системе средствами хранения информации. Другими словами, Direct Storage на Windows 10 будет работать медленнее, чем на Windows 11, но все равно может повысить общий уровень производительности ПК. Windows 1, в свою очередь, получила новые средства управления памятью, что позволит раскрыть полный потенциал технологии Direct Storage. Тот факт, что Microsoft постепенно снижая требования к использованию данной технологии, не может не радовать. Ранее производитель заявил, что технология не потребует наличия в системе самых передовых графических ускорителей и твердотельных накопителей. Друзья, вот такая вот новость. Теперь у нас будут быстрее загружаться игры. Это круто. И вообще, посмотрим, как эта технология будет реализована на практике. Ссылка на статью в описании. Всем пока, до свидания.